все то, о чем вы так долго мечтали. Gravel Touring Pride ROX 1000R. Значит, втулочки на осях, втулочки на промах. Каретка у нас на промах на внешних подшипниках. Рулевая тоже на промах. Что тут у нас? Вынос, кстати, стоит кверх ногами. Можно его вверх перевернуть, можно оставить так. Значит, что мы тут? Мы тут сразу сломали винт, который затягивает петух. Винты здесь М3, и он ни хрена не держит. Посадочное место под петух немножко кривое. Стали протягивать винты, винт лопнул. И вот тут, видите, у нас целая история. С нарезкой новой резьбы, установка винта М4. Он хотя бы потолще и не будет срываться шлиц под ключик. Вот, сразу заказывайте запасные петухи. Они в районе 2000 стоят у людей, которые занимаются фрезеровкой. Тормозные диски ТРП и тормоза ТРП такие прикольные. У них сразу две колодки двигаются. Обода простенькие, мягенькие, но типа пистонированные. То есть должны, наверное, более прочными быть. Обычная Оливия. Здесь у нас что-то непонятное. У нас тоже Altus стоит. И ручки Сора. То есть все работает. Вот с завода нормально отрегулированы переключатели. Настраивать не пришлось. Пришлось настраивать тормоза. И вот смотрите, как у нас похабно тут сделано. То есть вообще ничего не притянуто. То есть это надо все будет заново откручивать, заново притягивать. Тросик, рубашка, все идет не очень интересно. Вот мне не понравилась, конечно, вот эта верхняя проводка по раме. Рама хромолевая, могли бы или внутреннюю проводку сделать, или как-то по-другому все это пустить. Потому что, видите, вот это все болтается. Оно никак не притянуто более качественно. То есть, возможно, придется хомутиками все это поджимать, чтобы это более плотно сидело на раме. Качество сварки, обратите внимание, да? То есть, варили тигом, но тоже так торопились слегка. Вот здесь у нас подтеки красочки на рулевой. В общем, самое пока печальное из того, что вот было обнаружено, это нечеткость посадочного места под петух. Зато количество бонок очень большое, и на раме, и на вилке можно повесить много всякого полезного. И крепление, получается, у нас под багажник есть, а под крылья будет тот же самый винт, что и под багажник. И задний тормоз не выступает, соответственно, и крыло, и багажник станут без проблем. И педальки самые бюджетные. А штаны у нас даже, наверное, не Шимана. Штаны у нас какой-то Китай. No name. Вот, так что покупать велик или нет, вам решать. Но в целом он ничего такой. Нормальный, взвесили 13,3 килограмма он весит. То есть меньше 14, вот в таком вот собранном виде. Вот единственное, что обмотку мы пока не намотали. Пока просто так предварительная сборка, скажем так.